Всем привет! Вы на канале Китай Маркет, и у нас три маленькие посылочки с AliExpress пришли одновременно. Трек номера не прослеживался, потому что маленький. Здесь на ощупь чехол. Да, так и есть. Чехольчик на iPhone 5. Очередной чехол. Давайте быстро так пройдемся, посмотрим. Такой жесткий пластмасс. Ну, посередине как бы мягкий, но все равно он жестковатый. Полупрозрачный, так матовый. С орнаментом и по бокам так весь прокрашен. Там разные цвета должны быть. Так что кому нужен такой, заказывайте. Мы пойдем дальше. Так, тут даже не знаю, что. Значит, аккуратно это. Упаковано как будто вплотную. Ага, это меня заказывали мешочек, кондитерский мешок с насадками. Вот сам мешочек. Давайте посмотрим по насадкам. Там идут 6 насадок, кажется. Сейчас я посмотрю. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. С разными всякими узорами. Вот такая насадка, такая насадочка. Там идет такая. Такая насадка. Такая. Это, наверное, обычный. Там такая. Я как бы не разбираюсь, что какая, что и что делает. Ну, вот такого рода насадочки. Я повторяю, меня это все заказали. Я человек, который заказал, он потом что-то несет. Сам мешочек, он не пленка, он силикон. Силиконовый такой мешочек. Приятный на ощупь. И думаю, тут такой крючочек. Петля, наверное, вешать. Силиконовый. Запаха не имеет совсем. Видать, какой-то пищевой силикон или что это, не знаю. Но запаха не имеет. Я думаю, так и должно быть. Так, давайте посмотрим, как эта насадка насаживается. Видать, суется это. Белая штучка, так. Не знаю, если я правильно делаю. Вот так, походу, все закручивается, да. Я думаю, что это так. И он заполняется мешочек, и уже рисуешь всякие рисунки. Думаю, довольно-таки удобно, чем каким-то пакетом резать и делать всякие узоры. Очень удобно. И считайте, он силиконовый, его легко постирать, помыть, использовать вторично, троично. Ну как, всегда, каждый раз использовать. Давайте посмотрим здесь по ощупи тоже, потому что я заказывал еще одну насадку отдельно, там для роз, для что-то такого. Давайте открою, посмотрим, так это или нет. Да, я был прав. Меня заказали еще отдельно специальная насадка для роз. Вот так она выглядит. С ее помощью типа можно делать цветочки розы, ну, что-то такое. Довольно-таки хороший комплект для кондитеров. Довольно-таки хороший комплект для кондитеров. Так что, кому это такой товар нужен, можете заказывать. Проходите, ниже будет ссылочка. Проходите по ссылке, заказывайте.
А кому понравилось наше видео, ставьте лайки. Советуйте нас своим друзьям. Пишите в комментариях свои пожелания или не знаю там что. Пишите в комментариях то, что вас интересует, вопросы. Как я и сказал, советуйте нас своим друзьям. Жмите репосты. Ну и на это все. Всем спасибо. Всем пока.